Почему я, директор спорткомплекса, должен унижаться перед каким-то начальником охраны? Я вам устрою. Я найду вам чем заняться. Козлы. Вы меня достали со своим киоском, бизнесмена, фидоры. В общем так, на Алтай поедете, тренироваться. Мне вот сегодня Юру еще слушает. Думаешь, моя не психанет? А давай я пока ничего говорить не буду. Бегать будем каждый день и много. Хорошо, что мы не шахматисты. Привет. Да, это я. С Алтая звоню, прям на горе стою. Да, не мог позвонить. Ну что ж, что через два дня? Слушай, без тебя проблем хватает. Что, с девчонками поругались? Вот, друг тебе пришел поговорить. Что значит, откуда я знаю этот номер? Ира. Моя дочь говорит, что первый раз тебя видит. Три раза уже позвонил. Говорит, не знает меня, смеется. Ты любишь человека. У вас все хорошо. И вдруг неожиданно он забывает тебя. Просто не помнит и все. Девчонки нас на самом деле не помнят. Послушай меня, пожалуйста, внимательно. Я сейчас тебе скажу кое-что очень важное. Вы что-то напутали, я впервые вас вижу. Может быть, есть кто-то лучше? Да нет ее лучше. Ты куда ее повез? Это же я, Вадим! Давай, иди отсюда! Прости меня.